Иногда в жизни происходят истории, которые сложно объяснить, полагаясь на логику и здравый смысл. На одну из таких я случайно наткнулся, читая новости в интернете. С дна Волги сотрудники Следственного комитета достали автомобиль, в котором находились 6 мертвых мужчин. Следов насильственной смерти не обнаружено, а это значит, что их не убили. Но больше всего повергает шок тот факт, что трупы в машине сидели ровно. То есть, если даже предположить версию, что машина вылетела с дороги и упала в реку, то почему находившиеся в ней пассажиры не пытались выбраться из автомобиля, открыть двери, окна, да и вообще хоть как-то бороться за свою жизнь? Всем привет! Вы смотрите канал Злостик ТВ. По предварительной версии, компания родственников из села Щербаковка Камышинского района погибла в результате несчастного случая. Последний раз погибших камышан видели в нетрезвом состоянии, однако точное время, когда автомобиль сорвался в воду, неизвестно. А потому неизвестно, был ли алкоголь в их крови к тому моменту. Тела находились в воде на протяжении 4 месяцев. По версии следователей, автомобиль оказался под водой в результате несчастного случая. Машина слетела с обрыва. Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Отечественный ВАЗ-2101 достали со дна Волги в 25 метрах от берега, недалеко от поселка Щербаковка, где дорога проходит близко к реке. Мужчины, находясь недалеко от Щербаковки, сели в автомобиль ВАЗ-2101 белого цвета и направились в сторону своего села. Домой все шестеро не вернулись. Известно, что мужчины ездили сдавать металлолом. До пункта приема металла они доехали и вернулись обратно, а затем вновь уехали из дома, предположительно, чтобы сдать еще партию. После этого пассажиров больше никто не видел. Синий тут, а? Синий.
Кто рвался извлекать? Пойдем. Вот которого описали. Сейчас пока не трожь, сейчас сначала его. Не надо, пока не нас здесь не надо. Не надо. Не надо пока. Значит, смотрите. Самое. У него нормально, вот сюда вот за. Сюда берете и сюда. Потихоньку подтягивайте, а я буду смотреть, чтобы он не развалился.